Ну чё, посадили Дёму такие? А за что? За убийство на почве национальной неприязни? За нападение на иностранных студентов? За призывы к этому нападению? Ну, может быть, хотя бы за свастику? А нет, всего лишь за публикацию фотографий с русского марша. И за это дали 2,5 года. Ну вообще на самом деле понятно за что. За то, что он не поддержал российской агрессии в Украине, оказавшись в резкой оппозиции Кремлю. Но так-то вроде на людях сказать нельзя в обвинительном заключении. Пришлось вытягивать все, что было. Собственно говоря, по российским меркам Демушкин дурак. Украл бы 2 миллиарда. Гарантированную условку получил бы. А так посмел инакомыслить. И получил срок. Вот это коллеги по истомной национальной ложе типа свинюшек Просвирина и Крылова успели переобуться и сейчас на свободе. А Демушкин-то идейный оказался, чего уж от него точно никто не ожидал. Вот такие сюрпризы нам судьба порой готовит. В общем, посадили Дему просто так, фактически без суда и следствия, как и того же Кунгурова. Ну а о каком суде может быть речь, если человека судят за размещение фотографии, которая мало того, что не была признана экстремистской, так еще и сделана на согласованном марше. Это наглядная демонстрация того, что в России, если захотят, то тебя просто посадят за что угодно. И никакие европейские суды по правам человека, никакие хомячки в интернете тебе вообще никак не помогут. Ты можешь предостерегаться и фильтровать базар как угодно. Если ты надоешь, то тебя просто придут и по надуманному предлогу, например, потому что в туалете стряхивал 14,85 раз, и впаяют тебе экстремизм. И все, срок готов. Потому что Рашка – это территория оголделого мракобесия и содомического беззакония. К слову, одновременно с этим произошло еще одно событие экстремистского толка. Ролик Мэдисона про Коран признали экстремистским. Нет, не бородачей, которые открыли на него охоту, обещая его обезглавить, а непосредственно самого Мэдисона признали экстремистом. Вообще полный атас. Бородач определенной этнической принадлежности может здесь, в России, совершенно спокойно призвать отрезать тебе голову, из-за чего тебе экстремизм пришьют. Воистину, королевство кривых зеркал.